Вот. Почему задержались? Давай сворачивай к переправе, Ясно. Давай, быстрее, я прикрою. Давай. Быстрее, Свиридов, быстрее, светать начинает. Сейчас мосточек, потом лесочек, а там и дома. Свиридов. Ничего, прорвемся, товарищ командир. Взрывай, Свиридов! Взрывай! Вы уверены, что установка осталась цела? Она пошла ко дну целой и невредимой. Я видел это своими глазами. Штандартенфюрер, сколько же вы охотились за этой дьявольской штукой? Почти полгода, господин генерал. Поздравляю, теперь она в ваших руках. Я хотел бы знать, плацдарм нами прочно занят? Мы их отбросили на 10 километров. Это значит, прочно? Пути передислокации батареи реактивных установок были тщательно продуманы, товарищ маршал. Действовали согласно инструкции. Нелепая случайность. Гитлеровцы значительно превосходящими силами заняли район, где затонула установка. По имеющимся сведениям, они стягивают туда крупные соединения. Есть. Есть под личную ответственность. Установку во что бы то ни стало, надо уничтожить. Что вы намерены предпринять для этого? Я полагаю, товарищ командующий, лучше всего с этим справится авиация. Мы забросаем место затопления установки тяжелыми бомбами. Забросать, конечно, можно, товарищ комдив. Но где гарантии, что установка будет взорвана? Мы должны быть абсолютно убеждены, что она не попала в руки противника. Предлагаю немедленно снять с правого фланга 7-ю и 12-ю дивизии и с моим резервом выбить противника с занятого участка. Оголить правый фланг? В то время, когда противник атакует по всему фронту? Разрешите, товарищ командующий? Пожалуйста. Товарищ Озерин, командир отряда особого назначения. Действительно. Авиация не даст гарантии. И оголять фланги рискованно. Есть другое предложение. Бригада сформирована в первые дни войны. На московском стадионе «Динамо» из лучших спортсменов страны. Боевое крещение. Работайте. Получила зимой 41-го. В боях под Москвой. Группы и отряды сейчас действуют в основном в тылу врага, выполняют особо важные задания командования. Вилли, холди кане шнупфен. Вильгельм Штром, немец-антифашист. Тоже спортсмен? Нет, инженер-химик, товарищ генерал. Работал на заводах Круппа, мой старый друг. Старый друг? Когда же вы успели подружиться? О, это еще там, у меня на родине.
Оказывается, мы оба футбол любим. Ну вот, однажды на стадионе наши места оказались рядом. Вот и познакомились. Случайно. Район действия, товарищ генерал, нами изучен детально. И не только по карте. Кроме основного варианта, разработан еще и запасной. На крайний случай. Действовать будут Штром и Баблуани. Но это на самый крайний случай. Гуджи Баблуани, строго говоря, тоже не спортсмен. До войны работал в цирке «Универсал». Он и будет на связи с вами. А этот? Этот спортсмен. Виктор Грачев, студент-философ. В отряде недавно. Я его у генерала Егорова выпросил. Финишировать, извините за спортивную терминологию, мы сможем только вечером, в темноте. Убежден, немцам раньше не удастся перебросить водолазов. Но если это случится, Гуджи сообщит вам. Старшина Иван Прокопенко, чемпион Киевского военного округа, в отряде с первого дня. Честно говоря, товарищ Озерин, я все-таки сомневаюсь. Как вы обойдетесь без водолаза? Видите, этого артиста, товарищ генерал. Он-то и заменит нам водолаза. Этот мальчик? Ну, если бы сейчас устроить соревнования по плаванию и по нырянию, то ефрейтор Мудряков занял бы первое место. Он-то и есть наш главный исполнитель. Вторым номером пойдет красноармеец Стрельникова, чемпионка Москвы по плаванию, уроженка здешних мест. Смирно! Товарищ генерал! Личный состав интернационального отряда особого назначения отдыхает после утренних занятий по спецподготовке. Заместитель командира отряда капитан Зубов. Вольно. Вольно! Группа 7 в боевую готовность. Так где же она? Место затонувшей установки отмечено буем. Hier ist es wunderschön, Standartenführer.
А здесь хорошо, не так ли? Здесь прекрасные охотничьи угодья, господин генерал. На охоту бы сюда после войны. Так что же все-таки предпримут русские? Могут перебросить 1-2 дивизии справа фланга. Но раньше ночи им этого не сделать. Да и вряд ли они рискнут оголить фланг. Вам следует организовать там видимость наступления. Могут накрыть этот участок реки массированным ударом с воздуха. Наши самолеты будут постоянно патрулировать над этим участком. Но даже если они нафуршируют реку бомбами, у них не будет уверенности, что установка уничтожена. У них и у нас только одна возможность. Водолазы. А без водолазов нельзя обойтись. Среди доблестных солдат фюрера найдутся смельчаки. Дело тут не в смелости. Большая глубина. К тому же установка снабжена взрывным устройством. Его надо обнаружить и обезвредить. А это сможет сделать только водолаз.
Прыгать. Иди. Ну? Пошел. Вы жаждете геройской смерти для себя. Готовы вытерпеть пытки? Послушай, эта женщина стоит танковой дивизии. Ее необходимо переправить в Москву. Пожалуйста, не отдавай меня им. Я никуда без тебя не пойду. Нет. Беги, дура, иначе нас убьют обоих! Беги! И ты все врал. Ты врал все время. Тебе нужно было не я, а бомба! Катя! Полученные нами косвенные данные говорят о том, что немцы близки к цели. Если вы нашли эту девицу, ликвидируйте ее немедленно. И все. Она перешла линию фронта в районе Смоленска. Мне приказали сопровождать эту барышню, чтобы она непременно перешла фронт к русским. Живой и невредимой. Нет, она не наша. И даже не твоя. Она работала на немцев, а ты ее завербовал, помнишь? Ты использовал ее для получения информации. Теперь она стала опасна. Ее надо уврать.
Weiter beobachten. In Marschordnung antreten. Marsch, marsch. Hundestaffel in Einsatz. Wir folgen. Где это случилось? Sofort den ganzen Laden durchkämmen. Срочно прочешите весь квадрат. Los ans andere Ufer. Leinen los. Jawohl. Помоги же играть. Извини, подержи. Теперь ты понял преимущество планерного десанта? А если бы ты видел, как Гуджи десантируется? Цирк? Цирк. Не люблю такого цирка. Не проще бы на парашюте спуститься. Пока бы ты спускался на парашюте, тебя бы тю-тю. Мудряков. Соответствуешь фамилии. Извини, подержи. Товарищ генерал, первый на проводе. Погоди. Двадцать первый слушает. От кукушки контрольный сигнал получен. Основная группа пока молчит. Противник спешно укрепляет плацдарм у переправы, усиливает зону оцепления. Появились подразделения СС. Запасной вариант наготове. Вас понял, товарищ первый.
отжимает нас от реки. Будем прорываться через лес в каменоломни. Грачев остается со мной. Старший Прокопенко. Понятно. Перебежками за мной. Товарищ майор, а мне кажется, до войны мы с вами где-то встречались. На соревнованиях по стрельбе, а? Исключено. Виктор, я, к сожалению, учился стрелять не в тире, и соревнования тоже проходили без меня. Иркутск, Варшава, Орел и Каховка. Испания в 36-м году. А вас поздравляю с боевым крещением в нашем отряде. Thank you.
влипли. Что же делать? Цум тайфли. Укрыться и никаких действий. Ахтунг. Вилли, что случилось? Напоролись на ЦОД. Так. Унтер-офицер Абельс. Говорит Абельс. Sturmanführer, der Russe gibt sich gefangen. Er kommt auf uns zu. Русский сдается в плен. Verstanden, Sturmanführer. Jürgen, du kommst mit. Halt! Blair! Blair, господин офицер! На ком дох Иван, ком! Откуда вы знаете, что меня Иваном зовут? Ist russisch Boxer. Box. Steh auf. Na, Box, Ivan. Поторопитесь, ребята. Хорошо, на тебя. Русский боксер, господин Королёв? Господин Прокопенко. Унтер-офицер Абельс. Унтер-офицер Абельс. Мы гарантируем вам жизнь. Будете говорить то, что вам скажу. Nein. Нет. Вилли, возьми телефон и говори. Я Абельс. Русский сдался в плен. Отправляем на бронетранспортере в штаб. Унтер-офицер Абельс. Ein Russe ist gefangen. Er hat wichtige Informationen. Jawohl, ich schicke ihn mit dem Panzerwagen zum Stab. Verstanden, Ende. Von hier kommen Sie nicht weg. Das Вам отсюда не уйти. Район оцеплен. Вперед, в машину. Thank you.
что, Грач, вот так с немецким комфортом и у реки. Комфорт – понятие субъективное. Диогену и в бочке было хорошо. Философ. Марина! Где мы? Сейчас. Здесь. А за этим лесом? Километров 5. Каменный карьер. Порядок. Schön, schön. Sie haben gut gearbeitet. Сработано прекрасно. Выставить заслоны на всех дорогах и просеках. А пленного доставить сюда. Штаб. Немедленно перехватить бронетранспортер и взять всех, кто там есть. Всех. Das gefällt mir alles nicht. Не нравится мне все это. Опознать смогут? Нет. Где вы его нашли? На берегу. Ты писатель, что ли? Кроме этого, у тебя ни свидетелей, ни доказательств. Твои сопли меня не интересуют. И мне плевать, что между вами произошло. Не стреляй, гость, оторву! Что вы хотите знать? Убила ли я своего мужа? Вы убили? Да скорость не врубай! Давай, поехали! Фашистская! А ты ее по-немецки. Слушай, мудрик, иди ты! Спокойно, старшина! Товарищ майор, может, хоть Марина уйдет? Спокойно, без паники. Гранату! Не торопись.
Штандартенфюрер, бронетранспортер на нашем участке. Несколько минут, и мы их схватим. Еще одну. Ваня, дальше прорывайся один. Гуджи будет ждать у затона. Приготовиться, будем прыгать. Есть, командир. Wo sind die Russen? Где русские? Господин генерал, где русские? Где? Я вас всех отдам под суд. Всех. Наказывать некого. Более разумно представить погибших к награде. Каких-то 5 человек против целого соединения. Да, господин генерал. Я уверен, что это и есть главные силы русских. В таком случае я лично буду командовать операцией преследования. Основная группа по-прежнему молчит. Второе контрольное время на исходе. Кукушка докладывает, противник усиленно контролирует подходы к реке, минирует фарватер. Есть. Есть, доложить через час, товарищ первый. Вон там будет овраг. Каменоломня. Вперед! Точно, здесь. Из этой штольни камень к реке возили. Вилли, веревку.
Опять стрелять придется. Посмотри еще там. Марина, а ты точно помнишь? Это здесь? Марина, перестань. Прекрати. Озерин, сюда. Тебя на той стороне, у выхода. Ждем. Штандартенфюрер, водолазы прибыли в ваше распоряжение. Водолазы прибыли. Левом берегу расстояние километра до 40 танков. Also fast! Aufgepasst! Меняю дислокацию. Начинаю второй раунд. Сквознячком потянуло. Выключить фонари. Свет. Грачев и Мудряков, разведать лаз. Есть. Штрома будем ждать здесь. Разверни рацию.
Sie sind im Stollengang. Wie werden Sie jetzt ausräuchern, Herr General? Feiglinge. Hundestaffel. Meier, schon los, macht schon, bewegt euch hier ab, bewegt euch schon, Herr Kepper. Los, du auch, der nächste Hund. Rechts, los, rechts. Schneller, schneller. Хорошо поешь, Вилли? А? Хорошо поешь! Что ты кричишь? Выходи на связь, Марина. Вышли на финишную прямую. Товарищ генерал, группа Озерина. Вышли на финишную прямую. Докладывай 21-й. Отряд вышел на финишную прямую. Я в успехе уверен. Конечно. Запасной вариант остается в силе. Есть, товарищ командующий. Иван, ты чего железом бросаешься? Ва! Череме, ты живой? Протока. Это? Да. Значит, не с по течению, та старая баржа. Nimm schon an, Willi. Es sind nur drei. Pack die Kisten aus. Mach schneller. Standartenführer, das sind nur drei, dafür aber Asse. Vorsicht! Von rechts umfahren! Trosse lösen!
объект. Общение с родными и близкими запрещено. Перечисли звание высшего комсостава Германии. Артиллерия, генераль-ди. Как выглядит национальный герб? Валерий, как отличить национальный герб от партии? Что послужило поводом для вторжения в Польшу? Операция консервы, проводимая СС в городе Вильнюс. Германия превыше всего. Слова Фаллер Шлейбена на музыку Гайдна. Пойте. Без предъявления каких-либо претензий. Без объявления. Товарищ майор, да не готовы они еще. Меньше 3 месяцев подготовки из запланированных 9. Считайте этот выезд их тренировочным заданием. Будьте же достойны этой миссии. Что, не нравится, но мне задание не хочется. Я ни с кем не хочу. Кибните из него и куля в лед. Не глупо, прошу почекать. В жизни любовницы нужного офицера. Может узнать план целой армии. Если у разведчицы жених есть, он должен понимать, что тебя убьют. Лучше тактик, лучше стратег ненавидят друг друга. Все мысли только о задании, непреодолимое желание вернуться. Еще раз напоминаю. Сбор в левом разбитом понтоне. И осторожнее, ребят. Машине стоп. Was ist los? Что случилось? Merkwürdiges Treibholzstandartenführer. Подозрительное бревно. Всем лечь. Da schwimmen eine Menge Baumstämme. Там еще бревна. Bringen Sie sofort in Erfahrung, woher die Baumstämme kommen. Немедленно выясните, откуда взялись эти бревна. Слушаюсь. Alle Mann ins Boot. Все в катер. Mit dem Bella. Verdammt. О, Прокопенко. Саша, ты готов? Идешь за ним. Thank you.
In den Bergen hat es starke Regenfälle gegeben. Дадurch ist der Staudamm geborsten. В горах прошли дожди. Und jetzt haben вода поднялась и сорвала запруду. Die Stämme kommen von oben. Damm wird repariert. Оттуда и плывут бревна. Beobachtung verstärken. Усилить наблюдение. Ну, Вилли, Гуджи, привет от всех. Угу. Будьте осторожны. Ваш вариант последний. Может, к нему и не придется прибегнуть. Здорово. Че это ты здесь? Пойдем ко мне. Я тебя на континент переправлю. Schöne Gegend. Und ein Wetterchen so warm zum Eierlegen. Ach, trotzdem würde ich lieber zu Hause. Ja, die Zeit zu Hause, der macht mich verrückt. Was ist das? Ein Hase, Herr Oberleutnant, ein Hase! Вот мы и добрались. А где Саша? Пошла, Марина.
In Marschordnung antreten! Marschmarsch! Hundestaffel in Einsatz! Wir folgen! Kann man das nicht ein wenig beschleunigen? Jawohl, los, setz die Glocke auf. Los, Dali. Я донырну. Я обязательно донырну. Что ж, последний вариант, Куди. Покажем фокус. Можно и фокус. Standartenführer! Fertig! Zurück! Noch mehr zurück, habe ich gesagt! Schneller! Zurück! Mehr!